О, практически замок в романтических сумерках. Всем большой привет! Я сегодня в лесу. Как видите, я, наверное, сейчас камеру поверну. Я присела здесь на бревнышком. Надеюсь, она не сломается. Как вы думаете, сколько вам не весу? И выдержит ли меня бревнышко? Делаем ставки. Села я для того, чтобы съесть, прямо вот как классика. Сяду на пенек, съем пирожок. Ну, не пенек, а бревнышко получилось. И вокруг меня запах чеснока. Где-то здесь, вообще-то внизу, вот там сидят люди. Вряд ли они живьем чеснок зеленый едят. Хотя, может быть, я чую запах чеснока. Может быть, здесь дикий чеснок где-то растет, черемша. Но пока я не видела. Наверное, все-таки они едят. Внизу я сейчас поверну и покажу, чтобы долго не объяснять. Итак, объясним не на словах, а на деле. Вот там внизу вон люди, там скамеечка и как типа такой рукомойничек. Я показывала такие здесь в парке Калсерола. Я на такой холмик взобралась. И вот оно, бревнышко. Тут тропинка лесная. Ну там мне не очень понравилось. Решила здесь присесть. Хотя тут солнце прям в глаза бьет. Вот кто в кадре дикий чеснок узрел? Пишите в комментариях. Или это люди едят? Там испанское семейство. Сидят, едят сало. Кстати, у них сало тоже продается. Своими глазами видела. Хамоны они любят тем более, чем вам не сало. Ну, именно сало вот в таком виде, как сало, они... Ну, едят, наверное. Ну, вообще-то в современном мире сейчас у нас тоже не особенно сало так едят прям. Ну, если в походе, разве в походе очень хорошо. Особенно на зимней рыбалке тоже неплохо. Ну, попью сок, поем пирожков. Я, кстати, для кабанчиков, если они, конечно, мне встретятся, тоже взяла. Вот, пирожки с картошкой, мною испеченные, и сок. Вот, ну ладно, приятного вам аппетита, да и мне тоже, если, конечно, мы с вами кушаем одновременно. Ну и когда будете кушать, тоже приятного аппетита. О, как солнце удачно освещает пейзажик. Так, посмотрим, что там у фонтанчика. Вот они, дебри лесные. Какой-то шорох был. Вот как назло, кабанчики не показываются. Оттуда шорох. Хотя шуршат, может быть, и не кабанчики. Тут довольно крутой склон. Вон там, где-то сверху шорох. Для них, конечно, этот склон не проблема. Сама видела, как они по таким спускаются. А это может шуршить где-то птица наверху. Это эвкалипты. Если кто не помнит. Очень громко всегда шуршат горлицы. На верхушках. Вот кто сейчас шуршит, я не знаю. У меня хлеб с собой есть. Сейчас покрашу, может, выйдут. Здесь видно, что кабанчики бывают. Правда, сегодня тут собака гуляла, копала.
Но она ж не могла все это перекопать. Я батоны старые принесла кабанчикам. А еще раз для тех, кто, может быть, не слышал, эта зона считается парк Калсерола. Это лес, но, как говорится, для Барселоны практически придомовая территория. Здесь запрещена охота, поэтому дикие кабаны, а они дикие, спокойно выходят к людям, не боятся. В местах, где здесь разрешена охота, есть и такие. Например, мы когда ездили на рыбалку на озеро, там я видела кабана издалека и мельком, который в страхе метнулся в кусты. И, естественно, там животные предпочитают не встречаться с людьми из опасения встретить охотников. Ну, а здесь они выходят, у меня видео есть. Не знаю, как в этот раз получится или нет. Они выходили именно здесь, но я видела не только здесь, и там чуть дальше тоже. И выходили вот сюда, на дорогу спускались. Здесь для них уклончик — это чепуха. Они спускаются по более крутому склону. Так что... батоны по-любому кто-нибудь досъест из обитателей леса. Или кабанчики, или мышки, или птички. Ну, еще попытку делаем, а то уже темнеть скоро начнет. Надо из леса выбираться. Тут, правда, народу еще полным-полно. Вот так в дикой природе караулят животных, чтобы снять красивые кадры. Там лес проходимый, мы туда ходили. Ну, одна я туда не пойду. Итак, сегодня пока сидела, ела, пикничок у меня был, вышла оттуда вся в колючках. Вот это растение всегда зимой здесь цветет. Оно вьющееся. Ну, хоть кабанчиков не было, угощу вас видами темнеющей Барселоны в предгорной ее части. Тут на тебе даву колокол. И из детского парка даже музыка сюда слышна. Видите, освещение уже загорается здесь. Ну, здесь-то освещение есть, понятно, это дорога. Ну, там квартал. Но, кстати, там по склонам гор, когда поднимаешься на Тибидабу, освещения как такового нет. Там только фактически дорога подсвечивается фарами проезжающих автомобилей.
А здесь есть, потому что это, как бы так сказать, дорога в парк, что ли. Потом придомовая территория вот здесь. Эль-Пинар. Помните, я вам показывала. Ну, еще сейчас покажу. Ну, вот потому здесь освещение вот такое капитальное, скажем так. Так, ну тут в кафе воскресенье продолжается. Елка посередине. Вот видите, темнеющий лес. Ой, там нет прожекторов, они здесь внизу. Вот. Ронда де Дальт с переходом на Байдеврон. Вот он, этот домик. Вокруг забора которого мы с вами путешествовали. Внизу парк. Там люди фотографировались. Как раз тот момент... О, видите, эвакуатор приехал. Сейчас будет забирать неправильно припаркованные автомобили. Когда солнце село, сразу похолодало. Днем прямо жарко было. Не особенно. Там спортплощадка вот с этим забором высоким. А это впереди забор парка. Он же на склоне горы. Сейчас пойду дальше. Кстати, в камере светлее выглядит проход, чем он есть на самом деле. Интересно. Так я стою, и мне кажется, что там темень кромешная. Как интересно, здесь еще одна дорожка парка. Видите, вот в камере кажется, что там даже вполне себе светло. Но там очень темно. В темном лесе, в темном лесе, в темном лесе за лесью. А здесь вообще кажется чуть ли не день деньской, хотя на самом деле далеко не день деньской. Так. Ух, тут прожектор так засвечивает. А он наоборот в камере какой-то мутненький. На самом деле он аж глаза слепит. Близлежащие дома вот эти дорогие. Там позади, опять-таки, по склону, на котором я стою, дома. Потом идет нижняя часть Барселоны с выступающими кое-где холмами. И вдалеке море, как вы уже догадались. Ну, огни – это прибрежные строения, жилые дома и прочее, и прочее. Вот море. Над ним облака. Так, море, фокусируйся. О. Такой пейзажик. О, вот тут, кстати, истинное положение вещей отражается. Там еще кое-где отблески за горами заходящего солнца. А вот тут, ну да, вот теперь это так все в реальности и выглядит. Время сейчас около 6 вечера, где-то без 15:06. Про то, когда где темнеет, я уже говорила, поскольку это субтропики. Здесь самый короткий зимний день, так же, как и у нас. 21 декабря, 22 декабря, зимние дни точнее. Но они несколько длиннее, чем у нас в это время. Но самые длинные летние дни здесь короче, чем у нас самые длинные летние дни. Разница примерно в час составляет, даже больше.
Так, и я имею в виду, когда говорю у нас, это в средней полосе России, вот, в соответствующих широтах. Так, вышла я из парка. Здесь такая, знаете, дорога колдобистая. Вот, о, подсветила мне от прожектора. И сейчас выхожу сюда. Что-то будет еще интересное покажу. Завлекательное. Так, у меня все видео посвящено природе. Кабанчиков мы не встретили. Но я надеюсь... Кстати, это тоже одна из тропинок парка. Видите, там прожектор. Я надеюсь... Что надеюсь? Я даже уверена. Хлеб, которым я угостила зверей, будет съеден не кабанчиками, так и другими обитателями леса. Это тоже прожектор внутри парка. Там вот по этой тропинке можно спуститься вниз, в том числе вот туда, туда, туда. И, ну, в естественном овраге, можно сказать, сделали парк. Вот, видите? Там романтичные сумерки. Вот такие, как... На камеру кажется, как будто это пещера. Ну, без камеры, в принципе, тоже. И вот еще сюда тропинка. О, практически замок в романтических сумерках. Это сигнал на телефоне, а не птички. Еще покажу вам. Видите, к Рождеству украсили свои ворота. А вот это их внутренний двор. Еще один романтичный замок. Ну, сам, это я так называю замок, дом, в общем, с такой большой территорией. И один из давнишних домов. Причем, что там Авенида Тибидабу, и она вот сюда длится, там. Это богатые дома, и там некоторые консульства есть. Так, неразглядим мы с вами дом. А это уже другая улица. Это мы уже на Вайдебронд заходим.